Пишу вам это письмо, надеясь на помощь и понимание. Ситуация, описываемая мной, произошла в школе номер 1770, город Москва. Не могу передать эмоции, которые меня захлестнули после просмотра послания молодого учителя информатики своим коллегам. Краткое пояснение. Учитель информатики по просьбе нескольких учеников начал ставить в качестве звонков на урок и с урока современную англоязычную музыку, без согласования с другими учителями школы и администрации. Когда коллектив возмутился, учитель информатики ответил коллегам, что они не правы, это если переводить на вежливый русский язык. Затем на его страничке в социальных сетях появилось следующее послание. «Помните, я звонки менял? Угу. Как вы думаете, сколько они играли? Дня три. А потом знаете что? А потом пришли старые бабки, которые здесь преподают, и начали мне говорить о том, что у них офигительно большой стаж преподавания, и такая музыка недопустима на уроках. Мать его за ногу, она, во-первых, не на уроках играет. Во-вторых, они мне сказали, что музыка обрезана, не закончена. А ничего, что я, наверное... с музыкой на «ты», и, наверное, где заканчивается квадрат или восьмерка, я уж, наверное, точно знаю. И понимаете, короче, пока эти бабки не сдохнут, у нас все будет очень ужасно везде, в медицине, в образовании и так далее. И если наше старое поколение не будет стремиться за новыми знаниями, за новыми, и, не знаю, тенденциями и так далее, не будет интересоваться, то нам всем детородный орган. И самое главное, они очень любят мериться своим членом, говоря, что у них окупительный стаж работы, а ты молодой и ничего не понимаешь. Когда эти конченые люди начнут понимать, что у них в стаже дело? В знаниях и понимании ситуации вообще. Мне насрать на их стаж, как они преподают и так далее. Когда трудовой договор подписывал, там было написано, что у каждого преподавателя есть... На данный момент это видео уже удалено. Учитель все так же работает в школе на радость детям, на переменах устраивает танцы. Другая, учительница физкультуры и математики, устраивает в школе праздник Хэллоуин. Не сочтите это жалобой или доносом, я просто хочу разобраться. Это новое поколение учителей такое? Новое поколение желает своим старшим коллегам сдохнуть и выкладывает это в сеть, учит любить Америку, ненавидеть Рашку. Пусть сдохнет и Рашка, а заодно и убогие несовременные родители. Это и есть новые образовательные стандарты. Хотелось бы увидеть на вашем канале данное видео и сопоставить свою реакцию с отношением ваших зрителей. Возможно, я просто отстал от моды.